Взрастить поколение успешных бизнесменов. Предпринимательству, как и любой профессии, нужно учиться, объясняют старшеклассникам представители центра «Мой бизнес». Бизнес – это будущее ваше. Где бы вы ни учились, что бы вы ни закончили, конечный ваш итог – это бизнес. Вы знаете, что рыночная экономика, переход на рыночную экономику, государство само ничего не производит сейчас. Вся экономика лежит на плечах малого и среднего бизнеса. Хадижа Чумакова только перешла в 11 класс. Впереди ЕГЭ, которая отделяет от заветной профессии дизайнера. Девушка хочет освоить эту специальность в университете, чтобы в будущем открыть свое дело. Я хочу стать дизайнером-модельером, дизайнером одежды, создать свой бренд, фирму. Продвигался бренд, нужен бизнес, такие организации, как «Мой бизнес» Республики Ингушетия, которые предоставляют нам такую возможность для продвижения вашего бренда или каких-то продукции. Я обязательно обращусь к этой организации, чтобы они мне помогли для продвижения. Желающих заниматься малым и средним предпринимательством в регионе с каждым днем становится все больше. Говорят об этом и цифры. Только центр «Мой бизнес» предоставил более 800 своих услуг, порядка 465 субъектам МСП. Но процент тех, кто не знает о возможностях центра и вариантов, которые предлагает им государство для продвижения собственного дела, все еще высок. В центре «Мой бизнес» решили уже со школьной скамьи знакомить ребят с такими возможностями. Наши дети у нас очень умные. Дети умные, и если со школьной скамьи они будут понимать, что значит центр бизнеса и какие услуги оказывает, они уже автоматически будут к нам обращаться, раз. Во-вторых, 14 лет они имеют право стать самозанятыми, заниматься бизнесом. Эти люди пришли к нам и рассказали, что вообще что такое бизнес, как он устроен, как составить бизнес-план, и если вообще нужна будет помощь с бизнесом, то мы свободно можем обращаться к ним. Я планировал заниматься бизнесом в части программирования, и если мне нужна будет помощь с этим, то я знаю, к кому мне обращаться в будущем. Такие встречи центр «Мой бизнес» проводит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». «Мой бизнес» – проводник для будущих и настоящих предпринимателей на ступенях становления успешного дела. По нацпроекту «Малое и среднее бизнесу» мы начали работу, и мы провели по всем городам, районам республики встречу с МСП через администрацию глав городов, районов. И одновременно мы прошли встречи и в нашем госуниверситете. Для открытия фирм, там, ИП или зарегистрироваться, стать самозанятым, ООО, получить ключ электронный. Это все делается бесплатно. То есть если до этого жители региона должны были платить там от 8 до 20 тысяч были расходования по открытию фирм, то те, которые к нам обращаются, они получают бесплатно. В центре готовы оказать помощь при регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. Работают вкупе с клубом молодых предпринимателей. Молодые предприниматели от 14 до 35 лет на стыке между частным бизнесом и государственными инициативами по развитию предпринимательства и экономики страны. Вообще это очень такой уникальный инструмент для диалога с государством и продвижения, то есть, бизнеса. Кто может вступить в наш клуб? Это молодежь с идеями. Ну, для начала им, конечно, нужно открыть свое дело, то есть мы им этом помогаем. Совместно с «Мой бизнес» начали работу, то есть сотрудничаем. Привить налоговую грамотность, научить предпринимателей использовать их законные права и льготы, освобождающие от уплаты налогов или позволяющие выбрать наиболее выгодные формы предпринимательской деятельности. «Мой бизнес» готов помогать бизнесменам на добровольной основе. Тамара Хашагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24. Военнослужащие смогут получить удостоверение ветерана боевых действий без личной подачи заявления. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по потребностям спецоперации. По словам главы Кабмина, это позволит бойцам и их родным оперативнее получать льготы и помощь.